Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Санж, и сегодня мы продолжаем рубрику построек. Ладно, к теме видео. Уже завтра Новый год, а значит сегодня будет соответствующая постройка. Итак, сегодня мы построим сани Санта-Клауса. Для начала ступени из древесин березы. Отступаем пару блоков. Где-то два блока. И еще одну ступень из древесин березы. Один блок. И снова ступень. Другие из березы вот сюда. Один, два и третий. В ту же самую сторону здесь также ставим ступени из древесин березы. Главное аккуратно. Так, давайте я сейчас поставлю вспомогательный блок. Тогда сначала я вот так вот ступени поставлю. Затем сюда вспомогательный блок. Ага. И все потом мы покрываем плитой из древесин дуба. Вот таким вот образом. Так, готово. Далее сюда тут же ступени с красного кирпича Нижнего мира. Перевернутыми. Вот так. И потом перевернутыми. Угу. Так, с парочку вспомогательных блоков. И сюда также перевернутые ступени. Вот таким вот образом. Так, с этого мы ломаем. Сюда также ступени. Перевернутые. А затем далее здесь делаем следующим образом. Сюда парочку вспомогательных блоков. Переворачиваем ступени с красного кирпича Нижнего мира. И затем ставим их вот таким вот образом. Ага. И здесь также. А это возвращаем назад. Плиты из древесин дуба. Мы возвращаем назад. Ага. Сюда плиту из красного кирпича Нижнего мира. Вот таким вот образом. Чтобы мы могли пройти в сани. Затем сюда ступеньки. Из красного кирпича Нижнего мира. Вот таким вот образом. И сюда еще пару блоков. Плиты из красного кирпича Нижнего мира. Вот таким вот образом. Сюда люки. И сюда люки. Вот таким вот образом у вас должно получиться. Отступаю один блок, сюда также ступени. Сюда цельный блок. Сейчас я его возьму. Сюда цельный блок. Сюда перевернутые ступени вот таким вот образом. Угу. Так, сюда также перевернутые ступени. Так, заворачиваем вот таким вот образом. Так, куда? Сейчас было, ладно. Так, заворачиваем вот таким вот образом ступени и ставим их вот так же вот сюда. Так, затем сюда еще по две ступени. Так, нет, извиняюсь, сюда уже плиту из красного кирпича Нижнего мира. Это мы убираем, это нам не пригодится. И один вспомогательный блок. И это мы закрываем тут двумя блоками. Даже не блоками, а вот здесь вот заменяем на ступени. Так, с этого мы убираем. И тут также заменяем на ступени. Вот таким вот образом у нас должны выглядеть наши сани. Так, сюда парочку рюков из сосны. Парочку табличек. Также из сосны. Сюда и сюда. Также. Так, давайте сделаем сзади подарки. Подарки, например, багровые доски, доски с древесин акации, да вообще любые абсолютно какие только захотите доски.
и кораллы мертвые в качестве понтов. Так, сюда стелим парочку досок, каких-нибудь ярких. И сюда вееры из мертвых кораллов. Или вообще что-либо другое, что у вас будет развозить Санта-Клаус. А затем ворота из дуба. Штуку, одну штуку сюда, а другую штуку вот сюда. И их оба открытыми. Так, с большей части они у нас уже готовы, но нам пригодится еще табличек. Чтобы поставить их вот сюда для украшения. Саня у нас готова, теперь сделаем оленей. Так, подождите, стоп. Еще не готовы, не до конца. Сюда еще два люка. А теперь же точно так, сюда цепи вот таким вот образом. Теперь цепи на один блок ниже. Так, как бы это так сделать? Так, давайте я сейчас временно открою этот люк. Сюда временно поставлю плиту и об нее уже цепь. Так, сюда также плиты, еще сюда цепь. Это мы убираем. Так, далее сделаем самого оленя. Так, на по ступени из древесин сосны, которую мы ставим вот таким перевернутым образом. В целом, в конструкции оленя у нас не будет ничего такого трудного. Так, с парочку ступеней. Одна бочка в качестве тела. Плюс улей в качестве также части тела. Угу, а это нам уже не пригодится. Так, сделаем тело. Бочка до улей один. Затем сюда ступени из древесины сосны. Да и сюда еще одни. Это нам уже не пригодится. Сюда люк из сосны, который мы закрываем. Вот так. Так, сюда плиты из древесины дуба. Вот таким вот образом. Чтобы мы могли сюда подобраться. И сюда поставить второй люк из сосны. Вот таким вот образом. Далее нам пригодится люк из березы, который мы ставим вот сюда. Так, это ломаем. Еще один люк вот сюда. Вот таким вот образом будет сделан наш олень. Так, сюда еще один люк из сосны. И сюда еще парочку. Угу. Так, табличку из сосны. Сюда. Далее делаем ему рога. Нам появятся ворота из березы. Открытые. Можно остановиться на таком варианте, а можно делать большие рога. Но большие рога будут делать труднее. Так, нам понадобится поставить сюда еще калиток и еще их открыть. И поставить еще табличку из березы. Так, сейчас я это сделаю. Угу. И еще вот сюда вот таким вот образом. И вот такой конструктор у нас будет олени. А, еще забыл одну деталь. Хвостик. Которые мы ставим вот сюда вот таким вот образом. Так, сюда один вспомогательный блок, и сюда хвостик. Это мы ломаем. И возвращаем. Так, в принципе, это можно даже и не делать. И вот таким вот образом, вот так вот олень повторяем еще 4 раза. С промежутком в одну цепь. В общем, у вас должно получиться примерно вот так. 3-4 пар оленей вполне хватает. Что ж, наши сани готовы. А теперь видео подошло к концу, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии. Всех с наступающим Новым годом, ребят. И до новых всем встреч.